Всем привет, ребята, вы на канале Жизнь Ниша 25, да? Сегодня я, с папой, мы уже третий раз пытаемся убить Хаги-Ваги, но у нас ничего не выходит. Но в этот раз у нас папа придумал стратегию. Да, я тут тоже, я думаю, что у нас повинно выйти. Кстати, стой, папа, давай для превьюшки, ну какие мы. Давай, встань возле меня. Вот такие у нас здесь скины одинаковые. Встань, повернись. Вот видишь? Хе-хе-хе-хе-хе-хе, какие смешные. Да, все, супер, для привычки, все классно. Все. Так, ну что там, надо закинуть стульчик. Взять стульчик надо, да? Так, подожди, сынок, ты стульчика кидай, так как мы договорились, дальше туда, а я туда ближе кину. Стоп, погибай там. Я пока никого не слышу. Окей. Так, а как брать стульчика, ты мне нагадай, сынок. Я сейчас сам возьму его. Блин, давай возьму вот это кресло. А ты такой стульчик? Ну ладно, давай я сейчас два туда кину. Нет, так тебе треба перенести далі его, ты ж пам'ятаешь, сынок, по нашей карте? Я сейчас не пойдем, мы перекинем. Так, прыгаем. Давай. Так, куда ты один говорил? Блин, он здесь. Я присяду пока. Ну как сесть? Сидай, сынок. Давай, быстрей! Блин! А что ты не сел на свое кресло? Не смог, я не успел. А он ко мне, наверное, подбирал. Так, ребята. Сейчас, обожди, сынок, обожди, пока я зараз подивлюсь, где він. Я попробую на твоє стуло сісти. Так, бігом, треба перевертатися. Видишь, я что-то не можу. А, на це стуло не можна сісти, сынок. А не сел я. Я сел на своє стуло. Да, блин, а куда мне садиться? На мои сидай, на зеленое. А, его убрали. Нет, вот он лежит сзади. Где? Ну вот он сзади, он тут стоит. Ну ты шо? Его ж... Блин, а чё я его не увидел? Блин, как ты пошли? Михайлик, ну что ты, ну... Ну сейчас я постараюсь собрать. Вот, пап, я приехал. Давай, Михаил, я тут жду. Только стреляй по Хаги-Ваги, по мне не стреляй. Окей. Зараз буду бегать ты до тебя сразу. Вот он, стреляю! Вам не вставай. Я не стреляю. Ой, боже, какой он страшный. Вот он. Блин, он что, бессмертный? Ты берешь суперзброю-то. Возьму, возьму это. Ребята, кто убивал Хаги-Ваги? Поможите, подскажите, пожалуйста. А, блин. Ой, я наклёшу. Где я? Куда я попал? Ребят, мне страшно. Как мне идти? Ребята. Ты можешь тут, сынок, скрізь заспамити зараз кресел. Заспам, будь ласка, скрізь кресел багато. А я зараз, типа, я понял. И зараз тут постав кресло. Дальше поставь кресло. Тут поставь. Чё это? Куда я попал? Я какой-то увидел штуку и провалился через неё. Чё это было? Так, я вообще сейчас поеду обратно. Папа там сидит. Оп. Так. Ты
чоловіка можна це на прев'юшку, синок. Угу. Дивись, зайка. Як мені зробити прев'юшку, мені тут красиво? Так скринчок. Я його вбив! Ти підстрілив Хагіваги? Ти засняв це на відео? Да. Супер! Ура! У нас вышло, сынулька! Я знал, что моя стратегия спасёт! Что с тобой? Блин, пап, дай-ка, а ну встань, я тебя для превьюшки сфоткаю. Давай. Наша стратегия сработала. Подними на себя. Да, ура! Я знал, что она выйдет. Второй Хагиваги, что? А знаешь что? А может, когда мы убиваем... А может, когда мы убиваем Хагиваги, то спавнится второй Хагиваги? Да. Ну, главное, что мы первого убили, что у нас получилось. Давай! Ребята, ставьте лайки, если вам сподобалось, как мы с сынулькой придумали стратегию. Ну что ж, все, вы были на канале Джейсон и Миша, с вами был Миша Цепочка и... Папа! Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова